это в память о друге, с которым, в общем, тесно связывает меня судьба, жизнь. Мы познакомились с ним очень рано. Он меня привел в студию Пушного, где я тоже занимался. И сейчас у нас какая в городе группа художников работает, Пушновцы называется. Вот, если слышали. Вот, он один из Пушновцев. Жили мы в общежитии, в одном общежитии. Молодые семьи. У нас в одно время практически родились две девочки. Вот. Он учился в Москве. Не очень хорошие были педагоги. Вот. И как художник он формировался вот под хорошей школой этих педагогов. Сердце памяти у друга. Он тихо, неприметно жил, был добрым, чутким человеком, раскрыт талантом свой не спешил, решил жить, пожить не меньше века, горел желанием писать картины, эскизов сделал с ним немало, но не позволила ему житейская рутина, своего рода засосала. Учил детей великой мудрости, любить природу и искусство. Но вот в этюднике у вас скучали кисти, и на холстах лишь пыль и пусто.